Сейчас я хочу вас познакомить с представителем народности шерпа. Не нужно думать, что шерпа – это специальность. Шерпа – это народ, это национальность людей. И шерпы есть владельцы ресторанов, кафе. И шерпы есть вот горные проводники. Это горный проводник шерпа. Please talk about yourself. What's your name? How old are you? Hello, my name is Zangu Sherpa. Now I'm 35 years old. Now I was climbing Everest since 2003, now 2018. Now I every year to climb the Everest. I will see now, this year I'm going to climb the Everest, but maybe I was May 17. But now it's not so good weather. I'm waiting for the weather report. Okay, thank you. He's going to climb the Lhotse. Thank you. Как вы видите, шерпы очень миролюбивые, очень счастливые люди. И я им искренне завидую, потому что они очень позитивные люди. И очень добрые, очень веселые. Кроме того, в столовой вот такое покрытие зелененькое. И вот такой обогреватель стоит, газовый баллон снаружи, поэтому в столовой вечером достаточно тепло. Ну, достаточно, ну, не жарко, но тепло. Палатка сама двухслойная, окна мы традиционно закрываем. Ну, все, пожалуй.